Всем привет! С вами Женя и Кирилл. И школьная передача «Наше время». Передача, героем которой может стать любой из вас. Вот как, например, Валентин Самончев. Ему всего 11 лет. Но несмотря на это, мы с гордостью можем назвать его творческой личностью. С Валентином Самончевым мы встретились в школе искусств, где он уже 5-й год обучается игре на скрипке. Старания Валентина в постижении музыкального искусства отмечают педагоги. Валечка учится в нашей школе с подготовительного класса, это где-то с 5 лет он пришел к нам. Показал у него способности, у него очень хорошие музыкальные данные. Вот, но в силу того, что он занимался танцами одно время, потом хоккеем немножко, вот, то есть он еще стоит на выборе, станет ли скрипка его профессией. А так он изучает предметы, которые полагаются изучать ребятам в музыкальной школе. И особенно он проявил себя в классе хора. В классе хора у него очень хороший голос, он очень хорошо поет. Ну, сейчас у него голос может начнет меняться, останется он или нет, это уже как получится. Вот. А так он очень музыкальный мальчик. Сам Валентин очень благодарен педагогам за приложенные ими силы. Мне помогает мой учитель Наталья Николаевна. Она всегда рядом и объясняет мне. Еще Валентин пишет смешные стихи, и это у юного поэта хорошо получается. По жизни смешной, говорит о себе мальчик. Самое любимое стихотворение Валентина, написанное им самим, называется «Мои случайности», основанное на реальных событиях. Ах, какой же я бедняжка, на меня напала чашка, отрастила ноги, встала на пороге. Я ни в чем не виноват. Я собрался на канат. Вдруг сорвался, полетел и спину на чашку сел. Вот на стуле я скачу. Я джигитом быть хочу. Подо мной стул сбрыкнул, ужин мой перевернул. Красный кетчуп на полу и картошечку в углу. С другом мы в снежки играли. Выше всех они летали. Но один снежок как раз зарядил мне прямо в глаз. Хоть мы с другом и друзья, но кидать меня нельзя. Вот барометр висит, золотой стрелой блестит. И я поближе посмотрю, ничего не уроню. Блямс, злой барометр разбился, с диким грохотом свалился. Я от страху отскочил, чуть коленку не разбил. Скоро мамочка придет, мне еще и попадет. А заботы лишь нисколько, на полу гора осколков. Стрела не золотая, но блестящая такая. Может, стоит отломать и себе на память взять? Мальчик участвует во многих конкурсах, и у него есть успехи. Так Валентин победил в номинации «Умение писать смешные стихи». Пожелаем удачи Валентину и новых творческих успехов. Виктория Лохматова, Алексей Ильин. Специально для передачи «Наше время». Кирилл, а тебе нравится моя новая форма? Женя, тебе идет. А ты хочешь связать свою жизнь с работой в полиции? Да нет, что ты. Просто я хочу объявить следующую рубрику. А это рубрика «Мини-пешеход». Уже в течение многих лет в Ленинском районе сразу после зимних каникул проводится единый день безопасности дорожного движения. За период школьных каникул немножечко ребятки расслабились, отдохнули. Ну и вот с целью безопасности, в первую очередь, наших маленьких участников дорожного движения проводятся такие мероприятия. Инспектора подготовились к встрече, но ученики им не уступали. Они подготовили отличный подарок – макет дорожно-транспортного происшествия одной из частей нашего города. Случилась очень страшная авария вот на нашем макете, когда и девочка попала, и водитель, спасая девочку, разбил машину и тоже сейчас травмирован. Ребятам привели примеры недавних аварий с участием их сверстников и напомнили важные правила поведения на дороге. На наших дорогах за прошлый год было совершено
15 дорожно-транспортных происшествий с участием детишек. Я узнала, что надо переходить дорогу по правилам. И то, что когда едет машина, надо сначала посмотреть направо и налево. С той же целью несколькими днями позднее прошло еще одно мероприятие. Самое интересное для ребят форма усвоения дорожной азбуки через игру. Поэтому уже в третий раз видно приезжает уникальный автобус, позволяющий ощутить все прелести аварийной ситуации на себе. Вот такой вот автобус уникальный, он единственный по всей России, осуществляет поездки по микрорайонам, по районам. Было страшно, конечно же, но Гоша, он не пристегнулся, а это самое главное, что надо сделать в машине. Очень важно проводить подобные мероприятия в школах, обучать ребят внимательности и уверенности на дороге. Ведь если ребенок не будет знать основ ПДД, то не сможет сориентироваться в самой простой ситуации. Екатерина Ахматова и Адамия специально для передачи «Наше время». С каждым годом население нашего города увеличивается. Но не каждый из жителей знает историю нашего города. Кирилл, а давай мы сейчас это проверим? Давай. У нас для вас новая викторина. Видном есть улица Лемешко. В честь кого она была так названа? Вопрос номер два. В каком году вышел первый выпуск районной газеты «Видновские вести»? Третий вопрос. Кем по профессии был известный видновчанин Алексей Басов? Свои ответы присылайте до 20 февраля на адрес нашей электронной почты, которую вы видите внизу экрана. А победителя ждет приз от магазина «Твоя книга». «Твоя книга» – это огромный выбор художественной и специальной литературы на любой вкус и возраст. Это учебные пособия и развивающие игры. Это разнообразие канцелярских товаров. В магазине «Твоя книга» можно заказать необходимые издания и получить консультацию специалистов в выборе товара. Адреса магазинов «Твоя книга» в Видном. Улица Строительная, 27 и улица Березовая, дом 5. Кирилл, а ты знаешь, что у моей мамы недавно были именины? Конечно знаю, ведь все праздновали этот замечательный праздник – Татьянин день. Внимание на экран! Сегодня мы приехали в Видновскую школу номер 6 для того, чтобы снять очередной сюжет для нашей программы. Сегодняшний сюжет будет очень интересным, так как в нем будут участвовать три Татьяны и все они учителя. Органическая часть – это какая часть? Первый пункт плана. Ясно. Какие? Бабушка. Верите ли вы, что имя человека влияет на его последующую жизнь? Ну и почему? Ну, я думаю, что, конечно же, имя влияет. Какие-то моменты именно вот этого имени на иные черты характера отражаются, ну, на жизнь, наверное, может быть, на судьбу. Не верю. Мне кажется, здесь имя совсем ни при чем. Ну, как вы относитесь к празднику «Татьянин день»? Прекрасный праздник. Кроме того, что «Татьянин день» еще не институт. Всегда вспоминаются свои студенческие годы. И как-то на душе всегда весело. Ну, это мои именины, поэтому, естественно, я отношусь достаточно положительно. Очень приятно, когда в этот день поздравляют. Сразу, когда получаешь эти поздравления, повышается настроение. Как вас поздравили ваши родные с вашими именинами? Дети, муж, цветы. Ну и торты, чай, чаепитие устроили. Сыновья подарили цветы. Звонили из Санкт-Петербурга. Звонили с ближайшего зарубежья, поздравляли ученики, коллеги и, естественно, члены семьи. А у нас в студии один из победителей нашего конкурса по английскому языку – Сергей Науменко. Сережа, привет! Привет!
Сережа, вот в прошлой программе ты являлся одним из главных героев в нашей рубрике «С в кубе». Но сегодня мы узнаем, что ты еще занимаешься английским языком, и тебе это удается. Сереж, а для чего вообще тебе нужен английский язык? Ну, вообще, я занимаюсь театральным, и, соответственно, я хочу свою жизнь связать с театром. И в любом случае, если я действительно хочу стать артистом, то, возможно, я буду сниматься в зарубежных фильмах. И поэтому мне просто обязательно нужно знание английского языка. Даже если я не стану актером, возможно, я буду дипломатом. Поэтому, я хочу стать дипломатом, поэтому тут вдвойне нужно знание английского языка. Сережа, какой ты молодец! Мы тебя поздравляем, желаем тебе творческих успехов. И лингвистический центр «Квест» и наша программа дарят тебе этот замечательный словарь английского языка. Спасибо большое. А вторая книга достается нашей второй победительнице Ярославе Бирюковой. Ярослава, мы ждем тебя в студии нашей программы. Хотите начать изучение английского языка? Нужно подтверждение знаний английского международными сертификатами? Есть желание усовершенствовать разговорные навыки? Предлагаем различные программы обучения для любого уровня. Будем рады встрече! Ваш лингвистический центр «Квест». Наш адрес. Город Видное, Жуковский проезд, дом 10, здание школы номер 7. А у нас есть еще один подарок для победительницы, для Марии Мироновой. Она выиграла сертификат на 1000 рублей в викторине от магазина аквариумов. Мы ее и поздравляем. Магазин аквариумов и экзотических рыбок «Водяной». Это аквариумы стандартных моделей от российских и зарубежных производителей любых форм и размеров в наличии и на заказ. Доставка, установка, запуск и ежемесячное обслуживание. Это аквариумные рыбки со всего мира в розницу и оптом. В Видном также действует клуб аквариумистов для детей и взрослых «Водяной». В клубе вас научат уходу за аквариумами, разведению рыбок и аквариумных растений, фото и видеосъемки. Клуб «Водяной» – это возможность участвовать в экскурсиях и путешествиях по местам обитания тропических рыб, посещение выставок. Руководитель клуба – Владимир Юрьевич Желтонок. Адрес магазина – Видное, улица Школьная, 43. Кирилл, неужели мы уже объявили все наши рубрики, и наша передача скоро закончится? Женя, а как же наша любимая рубрика? Калейдоскоп событий. Ты прав. Внимание на экран. Сразу два спортивных мероприятия состоялись в районе. Дворец спорта «Видное» принимал каратистов. Более 100 спортсменов решились выйти на татами. Очевидное желание побороться за первое место было у каждого. Тем более, что победа увеличила шансы выйти на региональные соревнования. Я перед боем очень волновалась. Соперница, конечно, достойная, но я сделала, что все, что было в моих силах. Киокушинкай, а именно по этому стилю карате проводился открытый турнир, контактный силовой вид спорта. К бойцам предъявляются жесткие требования. Первое место в одной из категорий занял Паша Сидоров. Занимаюсь карате уже 7-й год. Участвовал на чемпионате мира, взял первое место, очень сильно к этому готовился долго. В командном зачете у сборной Ленинского района тоже первое место. Еще большее число участников в оздоровительном центре «Дельфин» собрал турнир по рукопашному бою. Бойцы из Подмосковья, Москвы и Калининграда. Рукопашный бой – особый вид боевого искусства. Чтобы полностью овладеть, им заниматься лучше с самого раннего детства. Я пришел вообще с 8 лет, но сначала занимался карате, потом с 8 лет пришел на рукопашный. И потом начал проходить разные приемы, и мне нравится вообще рукопашный. Желание стать профессиональными бойцами и спортсменами объединяет ребят. И пусть в этом виде спорта ребята из нашего района поднялись не на самую высокую ступень пьедестала, а заняли второе место, шанс стать первыми у них есть. Thank you.
Молодежь нашего города всегда предпочитает проводить свободное время весело, а самое главное – с пользой. Зима – это такое чудесное время года. Несмотря на ее мороз, снегопады, мы все равно рвемся на улицу, покататься на санках, а самое главное – покататься на коньках. Я прихожу на каток заводить новые знакомства, провожу время со своими друзьями. Я катаюсь с 4 лет, я считаю, это закаляет дух, делает человека сильным. И просто уметь кататься на коньках, это, мне кажется, должен уметь делать каждый. Мне почему нравится кататься на коньках, потому что на них весело, мы катаемся с сестрой, делаем всякие, ну, крутимся, потому что мы раньше ходили на фигурное катание. На катке стадиона «Металлург» можно встретить людей разного возраста. Это и подростки, играющие в салки, и взрослые, которые не спеша катаются по кругу. И, конечно же, малыши, только начинающие осваивать мастерство фигурного катания и хоккея. Мы любим проводить свободное время на катке! Васильева Евгения, Усманов Кирилл. Специально для передачи «Наше время». Не так давно мы с ребятами совершили трехдневную поездку в Смоленск. Чтобы не терять драгоценное время, сразу с поезда мы отправились с обзорной экскурсией по городу. В 1990-м к нам из Киева приплыл Владимир Святославович. Он только что крестил 2 года назад киевлян, первых русичей, а потом через 2 года и смолян. Так что мы были у истоков русской государственности, письменности, культуры, православия. К нашему времени сохранилась только часть крепостной стены, созданной в 16 веке крупнейшим русским зодчим Федором Конем. Над возведением кирпичных стен трудилась вся матушка Русь. Известь жгли в Верховье, белый камень для фундаментов везли из Старицы и Рузы. В годы войн Смоленская стена стойко держала оборону, не давая врагу возможности двигаться вглубь страны. Поднялись мы на Соборную гору, посетили Успенский храм. Очень интересным оказалось посещение Морского музея имени адмирала Нахимова. Картины, скульптурные портреты, морские флаги, более 100 моделей парусных и современных кораблей, самолетов и вертолетов. Мы были поражены количеством экспонатов. Еще более занимательной оказалась поездка в село Талашкино. Удалось нам почувствовать себя учениками знаменитой тогда Талашкинской школы. Изначально она создавалась для крестьянских детей, но стала настолько престижной, что учились здесь и дети из знатных семей. Преподавались общеобразовательные предметы, сельское хозяйство, учащиеся обучались музыке, пению и рисованию. Мы не только увидели работы наших сверстников того времени, но и сами попробовали свои силы в гончарном деле. Мастер раскрыл нам некоторые секреты. Тут верхушечка так крутится вот. Стеночка должна быть одной толщины. Рассказывать о нашей поездке в Смоленск и о самом городе можно еще долго, но лучше самим приехать и все увидеть. Каждый месяц мы готовим для вас новые выпуски. Но нам очень жаль, что не все вы принимаете в них активное участие. Участвуйте, побеждайте, получайте призы. А самое главное, не забывайте почаще смотреть наш любимый телеканал «Видное ТВ». Но, к сожалению, на этом наша программа подошла к концу. В следующий раз смотрите нас ровно через месяц. Пока! Пока!